Слушай только мой голос. Расслабь свой разум. Отпусти свои мысли. Пусть плохие воспоминания уйдут. Впусти в свое сердце покой. Ты управляешь реальностью. Представь себя в зимнем лесу. Теперь нам пора прощаться. Я больше не могу. Это чистое безумие. Что бы мы ни делали, я уже не могу делить мир на черное и белое. Должен быть другой способ. Может, эта технология изменит мир? Может, ты все изменишь? Тебе надо проснуться. Мы ничего подобного не видели. Все системы в городе, военные и гражданские, полностью разрушены. Машины сталкиваются, самолеты падают в небо. Электрические и газовые пожары по всему городу. Выдвигаемся. Этот хаос вызвал всего один человек. Человек, которого нам нужно достать. Полагаем, он направляется в штаб корпорации «Единство». Это террористическая атака. Да, это террористическая атака. Нам нужна поддержка, пока все не стало гораздо хуже. Выдвигаемся. Ты еще там? Я все же я. Мы говорили в госпитале. Я думал, ты все решила. Ты меня не бросал, и я не брошу. Идем. Чего оно хочет? Почему оно это делает? Прямо сейчас, я думаю, оно в панике. В замешательстве, напугано. Оно хочет только выжить. Хендрикс — это его шанс найти новых носителей. Оно знает, что мы идем. Оно следит за каждым нашим шагом. Надо пройти через стоянку. Штаб «Единства» прямо впереди.
сведет Хендрикса с ума точно так же, как Тейлора. Надо остановить его, пока он не разрушил Цюрих. Останься! Мы пройдем через это. Кругом хаос, столько смертей. Мы знали, что Хендрикс вышел из-под контроля. Надо было его остановить. Мы остановим его, Кей. Все остальное не важно. А после него что ты будешь делать? Я сказал, что найду способ. И найду. Обещаю. Здание Единства прямо по курсу. Я вижу, Кейн. Мы еще посмотрим. Слышишь ли ты меня, Хендрикс? Но мы идем за тобой. Еще не поздно поставить точку! Сдавайся, и я лично гарантирую твою безопасность. Ты знаешь меня, доверься мне. Thank you.
еще со мной, Кейн? Да, я с тобой. Это самое сердце единства. Операции контролируются отсюда. Если Хендрикс войдет в мейнфрейм, мы не сможем ни помешать ИИ, ни остановить его. До этого не дойдет, Кейн. Я прослежу. Хендрикс. Он просто порешил всех, кто был на пути. Не думаю, что в нем осталось что-то от Хендрикса. Все как в Сингапуре. Это далеко не просто эксперименты с ПНЛ. Это все ради оружия. Во что мы тут вляпались, Кейн? Знаешь про Нову-6? Это химическая дрянь, которую чуть не применили во время Второй мировой и Холодной войны. Считанных крупиц достаточно, чтобы убить 300 тысяч человек в Сингапуре. Окей. Подключись к терминалу. Нужно узнать, насколько плохи дела. Многочисленные нарушения содержания. Здание под угрозой, как было в Сингапуре. Перезапустим контроль сдерживания. И очистим зону от газа. Консоль ручного управления за тобой. К несчастью, остальное делается с этой стороны. Эй, постой! Что-то можно перетерпеть. Что-то пережить. Краткий миг агонии. И это не она. Предупреждение в логах ошибок, все системы в норме. Очистка запущена. Оно соврало! Оно заставит тебя поверить в то, чего нет! Кейн, пожалуйста! Что бы оно ни говорило,
И что бы оно ни делало, не доверяй! Нет! Прости меня, Рэйчел. Прости меня. Клянусь. Я найду способ остановить это. Когда не отступаешь, да? Все эти смерти, все ошибки. Ты перевел чертов проект сюда. Те же условия. Те же эксперименты на людях. Те же риски! Ты просто начал все заново! Не шевелись, Хендрикс! Иначе клянусь, я тебя прикончу! Ты знаешь, кто это? Я знаю, кто он. Себастьян Крюгер. Единственный выживший в сингапурской катастрофе. И здесь ты ошибаешься. Он не единственный выживший. Те пациенты... Они выжили. Они здесь. Что вам от меня нужно? Мы хотим знать, кто мы такие. И зачем мы здесь? Я не могу сказать. Этого мало. Тогда я сам выясню. Кроме меня... Больше никого не осталось. Я обещал Рэйчел покончить с этим. Во что бы то ни стало. Эй!